мне понадобилось всего пару часов, чтобы настроить этот велосипед и зарядить аккумулятор. Электротрицикл E-Motion – это прежде всего помощник для вашего загородного дома или дачи. Два колеса сзади и багажная тележка позволяет перевозить до 50 кг полезного груза. В малую корзину спереди вы можете положить свои личные вещи. Мощность переднего мотоколеса 500 Вт. Максимальная скорость до 30 км в час. Пробег на одном заряде 40 км. Вес модели 42 кг. И свинцово-кислотный аккумулятор 36 Вольт 12 Ампер. Испытаем технику на дороге. Сможет ли техника преодолеть этот подъем? Да, довольно легко, с постоянной скоростью мы его преодолели. Все, поехали на базу. Этот недорогой коммерческий электротранспорт для тех, кто владеет участком земли, хозяйством или часто ездит в магазин. Это то, что вам нужно.